Начинаем выпуск с кадров из Калужской области, где 8-летний мальчик едва не погиб во время соревнований по мотокроссу. Юный гонщик упал с мотоцикла. Дежурившие на трассе сотрудники размахивали желтыми флагами, чтобы предупредить об опасности других участников. Один из очевидцев в последнюю секунду хотел оттолкнуть мальчика в сторону, но не успел. От удара ребенка отбросило почти на 10 метров. Он остался лежать на снегу без движения. В больнице родители успокоили. Каким-то чудом обошлось без тяжелых травм. Для более детального обследования пострадавшего доставили в одно из столичных медучреждений. В этой истории теперь разбирается прокуратура.